Доброе утро всем или добрый день. Сейчас покажу я, что я сегодня сготовила на обед. Знаете, какие красивые тюльпаны. Сначала они были вот такими все, сегодня они раскрылись. Нарисовала еще одну картинку. Ну, конечно, не совсем получилось как надо, но, в принципе, неплохо. Вот такая получилась картинка. Небо, лес, и здесь такой водоем. Сейчас покажу, какие покупки я сделала. Ну, обычное все, тоже ополаскиватель. Вот такой взяла шампунь. Не люблю батист, но в маленьком вот таком размере был только он, к сожалению. Взяла тайгер бальзам. Вообще классная вещь, когда болит спина. Он у меня, видимо, уже старый был, он уже не так сильно неэффективный. Вот взяла свежий. Очень хорошо помогает от таких вот мышечных болей, когда спину потянули, ногу. Очень хороший. Так, и взяла вот такой вот диспенсер для того, чтобы была пенка. И мне нравится, когда пенка, и экономично, и руки удобнее мыть, в общем, экономится мыло. Так, что я взяла для украшений? Вот такие вот яички. Цыпленок, вот такие вот огоньки, тоже в виде яичек, такие вот яички для украшения, это же шоколадные яйца и вот такой вот шоколадная такая вот курочка. Будем украшать. Вот такие взяла салфетки, тоже весенние с нарциссами. Сегодня на обед гречка, тушеные кабачки, тушеная говядина и вот такой вот интересный салат: кальраби, огурец, чеснок, базилик. Сейчас буду заправлять солью и йогуртом. Перчик я уже посыпала. Упаковка. Что заказала? Заказала краску. Только такая проблема: в одном магазине есть один цвет, в другом второй, в третьем третий. В общем, конечно, краситься профессионально такими красками хорошо, если вы найдете магазин, где все цвета сразу можете купить. Но вот я один в магазине купила и два заказываю на разных сайтах. Потому что у меня три оттенка смешивается. Что еще? Заказала Сесдерма. Это крем с ретинолом и с витамином С. Решила попробовать. Ну, такая тут прям малютка. Всего 30 миллилитров. Такой вот крем. Вообще хвалят вот эту марку Сесдерма косметологи. И я пробовала у дочери, мне понравился один флюид. Решила попробовать. Решила попробовать вот такую мицеллярку от фирмы Зая с жасмином. Смотрим. Она как раз для такой возрастной кожи. Вот такую вот я взяла умывалку от Lancaster. Мусс для всех типов кожи. 150 миллилитров. И взяла вот такое вот средство для снятия макияжа с глаз от Рок. Попробовать тоже, потому что вообще эту марку раньше я очень ценила, мне нравилась она. И теперь у них очень большой выбор и витамина С, и ретиноидов, и всяких кремов увлажняющих, антивозрастных. Вот решила попробовать сначала снятие макияжа, потом посмотрим. Вот такой вот у меня заказ на Тина. Заказала вот такие вот средства для ухода за собой.